Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Realme C55. И сейчас я покажу вам, как поменять обои на данном устройстве. Итак, для этого мы сводим два пальца на экране и выбираем обои. Далее, здесь мы можем выбрать либо фотографию из альбома, либо мы можем выбрать из тех, что нам тут предлагаются, статические, также чередующиеся обои. Для этого тоже нужно добавить какие-нибудь фотографии. Либо из альбома, либо с экрана блокировки. Вот, поэтому я выберу просто статические. Выбираю какие-нибудь обои и нажимаю «Применить». И выбираю, на какой экран хочу их установить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.